Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, вы на канале Крош ТВ, я Крош, и у нас снова прохождение Сувампатаг, друзья, да, вы не ослышали все замечательные игру, мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. Так, и у нас 17 лап, давайте зайдем, посмотрим, как тут обстоят дела. Так, ну птица-то, ой, этим. Ну вы поняли. Так, что-то я дохрена пропускаю. Уже так нормально в мой дом покоцали. Так, можно уже с дробовичком, я думаю. Куда собрался? Да, много патронов, я просто в пустоту. Но мы победили. Что меня радует, конечно же. 2000 маловато, конечно. Так, и у нас еще вот здесь вот есть уровень. Давайте попробуем и здесь. Так, ну их можно пропустить, в принципе. Так, ну они пускай, короче, летают. Они, в принципе, на безобидные вроде бы. А вот эти вот подонки... Так. Давайте немного пускай подгорят. А то больно долго их так. Линчевать будем. А, все, у меня патронов нету. И это печалька. Так, опа-опа. Как хорошо, что я взял дробовик. Так, срочным образом просто выжигаем. Желательно всех. Ну, хатку мою покоцали, конечно, знатно.
Отлично, есть. О. Не, этих просто из дробогана. О, там у меня дома-то, оказывается, ничего не осталось. Просто на тонкого вы вытащили. Вроде все снаряды потратили. А нет. Стрелы остались у меня, да. Так, ну и на этом, наверное, закончим нашу серию сегодняшнюю. Увидимся уже в следующей. С вами был Крош. Кто не подписан, подписывайтесь. Кто ничего не ставит, ставьте. И все такое. Пока-пока.